И вот наступил тот интересный день, о котором мы говорили в конце предыдущего обзора. Что? Что тебе? Ну... Первый раз. В первый класс. Не знаю, что сказать про товар. И это живые цветы. Объясняю. Объясняю. Я однажды купил, хотя говорил когда-то давно, год назад, я купил... Мухоловку. Мухоловку, это насекомоядное растение. Я ее докормил до такой степени, что она сдохла. Было интересно. Было интересно. Ты жену раскормил. Не получилось. А у Татьяны Павловны не то, что живые растения растут, но и пластмассовые гниют. Поэтому смотрите... Нам, честно сказать... Ребят, сейчас будет трэш. Нечего сказать, у нас нет опыта. Мы не возим, как служба доставки, живые растения. Нет, мы привозим, у клиента... Но только летом. Да, только летом. Только летом. И клиент выбирает сам. То есть, если клиент говорит, помогите подобрать, нет, клиент приходит готовый. То есть, вот здесь мы чисто функция привезти. Поэтому впервые в жизни, на протяжении трех лет... На нашей арене выступают клоуны. Да. Сегодняшний обзор будет название, цена, товар. Я не знаю, что сказать. Нам неловко, надо начинать. Ну, пошли. Так, ну погнали. Чувствуем себя теми обзорщиками, которые кроме цены и названия больше сказать ничего не могут. Ладно. Растения они в горшке. Тоже... Пеперомия. Пеперония. 12 сантиметров. Зелененькая. Со стебельком. Размеры разные. Все, это максимум, что я могу про него сказать. Ребят, честно, давайте биржаки, нам нужна ваша помощь. То есть, какие... Не, а давайте, хорошо, раз мы не можем передать ценность вам, кто владеет знаниями, пишите в комментариях. Да? Давайте сделаем наоборот, теперь вы научите нас. Что это за растение? Что это за пеперомия? Да, много людей, как и мы, которые не способны выращивать даже пластмассовые растения. Угу. А есть люди, которые расположены и могут это делать. Вот, например, я очень хорошо разбираюсь в составах, да? А я умею читать этикетки, там, разбираюсь в БАДах, являюсь экспертом в своей области. Но в цветах я не эксперт, а ведь есть цветоводы, вот, которые выращивают, размножают, разводят. Ребят, давайте переопытаться. Поэтому цветоводы, welcome. Дерзайте. О, вот это я знаю. Это суккуленты. Знаешь, кстати, не все потеряно. Да, смотри. Оба. 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 Короче, вот так. А, суккулент. Выпущено в Нидерландах. Такой вот зелененький. 399 рублей. Фокус. Смотри, суккуленты на самом деле разные. Это тоже суккулент. Дим, покажи, пожалуйста, вот это тоже суккулент. Ну, как это раздавитость, может, нет? Да, да. Под общим названием суккулент. Они же есть у этого в виде феек сухих. Короче, а вот это, следующий то, это тоже, это да? Это очень такой, который я сейчас только что держала в руках. Понимаете, насколько мы не знаем про цветы? Что Юрьевич даже не сопоставил, что предыдущий цветок такой же. И вот для меня это все разное, вот совершенно. Я не знаю, дальше, почему это одно и то же назвали. 9 сантиметров, вот это вот весь рядок, это все суккуленты. Вот это вот два суккулента в одном горшке. Вот это суккулент, вот это суккулент, вот это суккулент. Ну, дальше они повторяются. Я хочу сейчас в комментариях стебаться над нами будут. Может, не будем? Не, мы продолжаем, мы выдержим этот сегодняшний обзор. Хорошенькие, зелененькие. Подуев лампочками. Дальше. Показывай тогда хоть этикетку. И в промежутке растений я буду задавать вопрос, кто в теме. Есть ли в этом ассортименте киевского живых растений те растения, которые можно, допустим, до нуля перевести, до минус 10? Да, какие морозостойкие. Какие, да, растения морозостойкие, какие не морозостойкие? Покажи. Сансевиерия разного цвета. 6 сантиметров, комнатное растение в горшке. Получается, вот все, что в этих маленьких горшочках, розовых, белых, то есть вот эти узкие стрелочки, широкие стрелочки. Ну, их два вида здесь выходит. Да? Нет, три вида. Это все... Фокус. Сансевиерия. Сансевиерия у нас и тоже из Нидерландов, судя по всему, от одного поставщика, потому что очень похоже по грунту. Давай дальше. Это... Будут будем. Это суккуленты 12 сантиметров в розовом горшке. 999 рублей. Подожди, а они не похожи с предыдущими? Похоже. Но это здесь... не они, да? Это они.
Здесь сразу в горшке несколько видов. Кстати, вопрос. Там сейчас, наверное, цветоводы по полу падают, валяются. Просим, я сейчас уйду. Скажешь, вот лошадами кантары. В общем, здесь сразу несколько в горшке. Вопрос сразу к цветоводам. Вот так можно или их нужно будет обязательно рассадить? Потому да, что они разные. Но она уже, смотри, она в керамике уже сидит. Это тоже в керамике. Ну, керамика разная, размер-то большой. А, понял. Вниз. Понял. Драцена компакта. Давай-ка мы ее 9 на улицу. Сантиметров. И вообще они все какие-то сухие, бедные, не политые. Мне их жалко. 149 рублей. А, кстати, вот, пожалуйста, минимальная температура 12 градусов плюс. Только для украшения, в пищу не употреблять. Знаете. В Нидерландах выращено. В Нидерландах. Давай дальше. Кактус. Растение кактус. 12 сантиметров, 499 рублей. Вот с таким кактусом я знакома. У мамы в детстве такой был, зараза колючий, даже цвел. Тоже Нидерланды. Получается такой вид кактуса. И цена? 449 рублей. И вот такой вид кактуса. Других видов кактуса нет. Опускаемся вниз. Вот такой тоже у мамы в детстве был. Кактус 15 сантиметров, 799 рублей. Здесь не два, здесь даже больше видов. Смотри. Вот такой еще. Ну, это более традиционный, мне кажется, да? Вот но они все такие традиционные. Где он палец? Вот он. Это прям, Дим, это все традиционные кактусы? Не, ну они вот шишечками много. Просто, если я с ума сойду, начну кактусы вращать. Ты будешь долго ржать, да? Вот. А вот смотри, вот такой по 449 рублей, вот прям классический хороший кактус колючий. Угу. Мужу можно под попу. На 1 апреля можно тебе что-то подсадить, тебя, да? Ага, тебе. Дальше. Колючая груша называется. По оценке 499 рублей. Я не буду ее трогать, она колючая. Ага, я не буду трогать, сама полезла. Мордвин глазам не верит. Надо пошупать. Тоже Нидерланды. Честно, я такую дуру чувствую. Алоэ вера. Да. 12 сантиметров. Это знакомое. Это алоэ вера, оно лечебное или декоративное? Ашиш его знает, но судя по визуалу... Вот, судя вот по этому, вроде это как похоже, в детстве, да? Да, похоже на лечебное, но вот с иголками. Фокус, Нидерланды. Фокус. Опять Нидерланды. В Нидерландах, получается, всех делают. Так, эти суккуленты мы уже показывали. А, вот, смотри, кактус, 3 штуки за 549 рублей, даже в сумке. Тихо, ну вы слишком быстро это делаете, у меня фокус не успевает за вами. Я быстроту заменяю отсутствие знаний. А, мы покупали детям кактусы тоже, помнишь? И они загнулись. Тоже не успели дожить. Не дети, кактусы. Вот здесь вообще... Ой, как это было больно. Здесь вообще непонятно, что за растение. Этикетки нету. Сумбурный обзор, конечно, получается. Позорище. Короче, не знаю, дойдем, где показываем все, что с этикетками. Этикеток нет, мы не знаем, что такое. Юка слоновая. Это, судя по всему, вот она. Или вот это. Просим, может, хватит позориться. Вот это тоже неизвестное растение. Это тоже неизвестное. А нет, вот это. А можно подписать никчемный обзор о растении? Можно. Вот это юка слоновая. По фэмили, не по фэмили, а еще по акции 599 рублей. Так, здесь, судя по всему, помирают уже. А, драцена маргината. Маргинальные. Маргината, не маргинал. 399 рублей. Потом из этой драцены вырастает целое дерево. Вот недавно поливали, мокренькие. А это у нас произведено тепличный комбинат России, Московская область, Котельники. Местная драцена у российская. А дальше идем. Вот такой вьюн. Плющ называется, 299 рублей. Вот там он тоже попадался. В принципе, такой живой плющик. Изготовлено. Фокус. Тоже в Нидерландах. Че, кроме Нидерландов цветов, что больше нет? Нигде больше не растет. Странно. О, твоя это. Венерина. Покажи. Мухоболка. Ну, вот. Я смотрю, тут насекомые ядные. Я покупал более жирненькую. И ты покупал не здесь, а в обе? Или вот здесь? Здесь. Я покупал, а в обе я покупал горшок. Точно. Да. Может, мы еще вот тут это, плющ покажем? Ну, чисто ради эксперимента я рекомендую детям
купить. Только мух надо наловить. Ну, это летом желательно это приобрести и кормить мушками. Очень завораживающая такая это картина. А мужем нельзя покормить? Нельзя, он бафой, не переварит. Аспарагус. О, аспарагус я знаю. У бабушки на Урале рос, и до сих пор этот куст растет. Кружевной папоротник по-другому называется. 349 рублей. Я всегда считала, что это не аспарагус, а распарагус. Тоже Москва, Московская область, город Котельники, Малый колхозный комбинат тепличный. Короче, Нидерланды и Московская область. Едем дальше. Так, мухоловка 899 рублей. Нет, где сделано? В России, мне кажется. Свеженький Нидерланды. Слишком. Опять Нидерланды. Дальше. Монстера от Сона. Ну, мне монстера искусственная больше нравится. У нее такие красивые крупные листья в пятнах. А здесь вместо пятен дылочки. 899 рупий. Маленькая такая, худенькая. Нидерланды. Вообще их они это, замученные. Лучше бы не продавать живые. Аха, Медорея. Элеганс, 149 рублей. Пришел один раз мужчина и говорит: у меня жена здесь гонорею заказывала, дайте мне. Гонорею? Ну, хламидорея называется растение. Хламидорея. 149 рублей в Бельгии. Ёшкинку. Слушайте, цветы-то это мировые путешественники. А, хризантемы вот такие покупала несколько раз, очень хорошо на подарки. Но не ж... Ну, короче, у меня пробовали жить, не прижились. Мамины подруги дарили, прижилось. У нее вообще, по-моему, все растет. Даже сорняки. Да, даже сорняки на грядках. Нидерланды. Три вида. Розовенькие, беленькие и полосатые. Юрьевич, welcome, проводочка. Нам еще много. Мы только половину обозрели. Даже меньше. Угу. Ну, пошли дальше. Это спатифилиум. 12 сантиметров вместо 350-290. Нидерланды. Кто в теме? Скажите, какой самый неприхотливый цветок в Икее? Вот от которого... Сложно избавиться, можно так сказать, да? Вот с каким цветком меньше всего забот? Сама нюхай ты, что? 299 рублей, каланхой, Нидерланды. Цветочки разные, иди сюда. Розовые, белые, желтые, красные, оранжевые. Нидерланды. Нидерланды. Дальше переходим. 589 рублей по акции. Это у нас бромелея, различные растения. То есть бордо, красный, оранжевый, желтый, засохший. Ну, Нидерланды? Нидерланды. Угу. Ничем не похоже. Наша любимая саранская орхидея. Ну, к сожалению, сейчас она спрос у нас очень сильно... Да. Поупал, потому хотя что двух они это... продаются и в Леруа Мерлен, ну, и в Мегастрой, и так далее, и так далее. Нет, вот я когда этих магазинов не было, мы пачками возили очень много. И ты до сих пор помнишь, как я зимой их таскала домой. Как детеныши, да, да. Чтобы ночь они дома пережили, потом мы их везли разгружать. И я помню, были в двух размерах, они большие и поменьше. Вот это вообще большая орхидея, она еще двух. Двухрогая, ну, два стебля и 799 рублей. Это адекватный ценник за орхидею. И возить мы перестали после одного случая. Клиенту не понравились цветочки, он закатил истерику, ножками топал. В итоге мы сказали, что орхидеи мы больше не возим. Польша. Потому что кому-то нужны идеальные корешки, идеальные листочки. Простите, это, ну, нереально. То есть брать на себя такую ответственность по выбору цветка. Ну, и 800 рублей это... Есть цена и подешевле. Да. А, фикус Бенджамина, плачущий инжир, по-другому называется. 499 рублей, вообще читать умею. Деревце. И это у нас Москва. Слушай, а можно по горшочку даже определить. Вот Москва в таких вот горшочках, черный окаёчек. Welcome, welcome. А, это алоэ вера. Ну, слава богу, уже поменьше рассказывать, да? 599 рублей. А где... А где этот цветок? Называется... А ты запикаешь? Давай. Ктенанта. Летит твою налево. 599 рублей. А там искусственные? Нет, живые. Мастер Божий. Нидерланды.
Ну, смотри, это пышненький, прям такой, интересно. Муж. Кстати, и форма листочка. Муж, с днем влюбленных. Сама ты иди. Вот все, любовь. Пошла, чем дарить. Ты мне мясо кусок подари. Отбивную? Кодеем. Кодеем. Кодиеум. 1900. Такой вот желтый с зеленым. Интересное растение. Нидерланды. Стабильная драцена, бамбуковая, хорошо растет, дальше закручивается. В общем, ее на самом деле берут по многу, но здесь что-то на этот раз какая-то вся замученная. 179 рублей. Никогда не смотрела, где производят растения. Тоже, друзья, в Нидерландах. Слушай, я в шоке, честно, растения из Нидерландов. Ну, хоть поближе откуда-то. А, это фикус в горшке. Комнатное растение. По-моему, фикус Наташа, хотя, может быть, и нет. А почему Наташа? Нет, это другой фикус. Наташа другой. Ну, есть такой фикус. 549 рублей. А, тоже Нидерланды. Я знаю, что цветоводы за ними гоняются. Цветоводы, расскажите, почему? В чем фишка вот этих корешочков, как картошка? Наверх выворочена. Может, там какой-то эффект идет от цветочка? Может быть. Подтерся и омолодился. Вот они все, их много. И я знаю, что их даже берут по уценке. То есть понимаю, что, значит, ну, что-то с ними можно еще сделать. Антуриум. Очень, кстати, на искусственное похоже. Можно легко перепутать. Давай, если есть вот это искусственное, нет? А, антуриума нет. Жаль. А раньше был? 699 рублей, красненький. Ну что, загадываем желание? Нидерланды? А кто же еще? Ой, полили только. Нидерланды. Фух, еще не все. А разворачиваемся, а продолжаем диалог. Блин, как дорого. Пацифилиум. Вообще, кстати, хороший цветок. Я тут была на дамском девичнике, вот это тело и душа. Был, господи, короче, астрология, но с растениями. Фитоастрология. И вот барышня, которая представляла эту тематику, она говорила, что хороший цветок начинается от 4000. А есть цветы, которые... Привет! Есть цветы, которые нельзя держать дома. Некоторые цветы обязательно там нужно убирать. В общем, там целый геморрой. Оказывается, есть цветы, которые мужчин выгоняют, мужчин привлекают домой. Ночью? Вот попробуй. Ой-ой, не знал, что с такими общаешься. Это опасно. Да, вот ты притащишь какой-нибудь куст и думай. Будет медкуст ночью гонять. А, это метла называется, наверное. Поганые называется есть, метла. Так, для кошаков, да? Давай, все, хватит держать. Пошли. Специфилиум. Специфист. 2799. 24 сантиметра. Вот такая лошадь. Не, правда, да? Может, она про метлу имел в виду, которая может гонять мужей. Тихо, тихо, ты мне на технику поломаешь. Можно я попью? Так пить хочу. Короче, вот с казаном. Муж. Пить. 2799, пацифилиум, 24 сантиметра. Заглядывай ему в... Да я уже два раза к нему подходил. В тюбетейку вовнутрь заглядывай. С цвететками, с цветочками. Так, это тоже все с пацифилиум. Потом драцена, окаймленная, два стебля, маргината. 1699, но это уже подросшее для тех, кто растить не хочет. Растение в горшке... Хризалидокарпус желтоватый. Где хризалидокарпус желтоватый? Непонятно. Потому что это, по-моему, та же маргината, да? Ну, слушай, вот вопрос опять же, вот как дилетанта. Наверное, взрослую особь тяжелее загубить, чем молодую. Ну, логично. А? Да. Ну, ее тоже можно, да? Тебе шею легче свернуть, чем ребенку? Mm. Сложнее. Mm. За ребенком бегать надо, а я так поворчу. Так, что у нас здесь еще осталось необозренное? Колотея 3,299, а так без скидки 4,299, 24 сантиметра. Все, мы закончили позорный обзор. Ребят, реально без обид, мы ничего не знаем про растения. Наша задача была вам не только поднять настроение, поржать, но еще и показать, что на самом деле можно купить в Икее. И очень ждем вашей оценки в плане, реальный ли это ценник или завышенный. Или можно в цветочных магазинах купить дешевле, и не ходить в Икее за живыми цветами. И все, кроме шуток, кто владеет информацией по выращиванию живых растений, пожалуйста, не стесняйтесь, приходите в комментарии, учите нас.
Кстати, это, наверное, единственный обзор, где мы спокойно разрешаем рекламировать вам свои каналы. Если вы реально занимаетесь цветоводством, у вас есть каналы, да. Давайте сделаем такую коллаборацию. Вы расскажете, дадите свою экспертную оценку. Не по принципу, что вы ржали, ходили. Потому что я не знаю, как ходить. Нет, мы сразу признаемся. Да, мы никчемные обзорщики сегодня. Вот. В плане того, что это не наша тема. Поэтому, если у вас канал, вы рассказываете про выращивание растений, про там селекцию и прочее, пожалуйста, у вас есть возможность порекламировать себя бесплатно для нашей аудитории. И кому интересно, посмотрим. Мы прощаемся, делаем стандартные для Ютуба вещи. Подписка, лайк. Кому не понравилось, дизлайк. Пишем комментарий и репостим. Все. А, еще. Чего? Пожалуйста, пишите, что вы хотите еще посмотреть. Самый настойчивый увидит обзор. Ну, бывают такие обзоры, которые мы не сможем снять. Покажите необычное применение киевских вещей. Нет, нет, сейчас более тематичный будет у вас. Да. По сериям или... Серии интерьеров и то, что есть в магазине. Все. Да.